Телеканал КРТ представляє. Кабінет колишнього президента Барака Обами назвав розслідування республіканців щодо діяльності сина колишнього віце-президента Джозефа Байдена, молодшого, в Україні прагненням допомогти компанії російської дезінформації. Обаму обурює, що республіканці намагаються довести, що не Росія, а Україна втрутилася у американські вибори. Як от ви можете прокоментувати такі от розслідування і такі процеси в Америці щодо України? Американці не привикли, що гроші, які виливаються в країну таку, як Україна, для них вона достатньо мелка, це мелкий проєкт, будуть повертатися з цієї країни і дозволять впливати на вибори. Розумієте? То есть это как бы обналичивание денег самих же американцев. И что на тот момент правительство Украины позволило себе сделать эту процедуру. Все бы хорошо было, если бы правящий класс в Америке не поменялся. Ну, то есть имеется в виду, правящая группа не поменялась. Тогда все как бы схлопнулось, все замечательно. Америка выделяет огромное количество денег правительству Украины, не контролирует их траты, а взамен часть из этих денег возвращается и дает возможности влить их в избирательную кампанию. Щоб перевести на людську мову, для щоб того, щоб зрозуміло було українцям. Тобто Америка вкладала багато коштів, але Байден, який через якого ці всі кошти проходили, він просто забажав відкат. Это следующая часть. И цей відказ у нас в Украине, это очевидное явище, был у виде того, что его сын просто обіймав посаду, отримав дуже багато грошей з української компанії. І таким чином просто гроші, які вкладали американці, поверталися, умовно, у сім'ю демократів. Я правильно розумію, чи я десь помиляюся? Ви правильно все описуєте, але це два события, які на самом деле йдуть паралельно. Тобто, перше событие – це те, що гроші налогоплательщиків вкладувалися в Україну, в українські проєкти, давались украинским политикам для того, чтобы эти проекты осуществлять, и часть из них возвращалась в штаб избирательной, одной избирательной кампании. То, что касается сына Байдена, Америка привыкла, что в своих метрополиях оно делает бизнес и лоббирует бизнес. Это именно так. Но это не было лоббирование частного бизнеса в чистом виде. Что касается сына Байдена, это лоббирование его отцом частного бизнеса в Украине, понимаете? Более того, тут налицо все коррупционные составляющие, потому что он привязывал это, если не будет помощи компании сына, то инвестиции, американские кредиты, американские выплаты не пойдут в Украину. Понимаете, это коррупционная составляющая. И еще раз говорю, ничего бы не было, если бы политики в Америке не поменялись. Понимаете? То есть все бы промолчали и это все бы положили под сукно. То, что такие страны, в политику которых вмешивается американская демократия и использует его в своих интересах, подкупая чиновников, вливая деньги в проекты, которые разваливают эту страну, либо заставляют страну и политиков становиться тараном соседних стран. Понимаете, это все входит в контекст американских интересов. И никто бы, в принципе, не вмешивался. Это слишком мелкий вопрос. Вопрос в том, что Украина начала, Украина не как страна, а политики украинские. Они заигрались настолько, что подумали, что они могут содействовать одному из кандидатов на выборах президента в Америке. Понимаете? В этом болезненная ситуация. В этом это болевая точка. И я уверен, что вот такие действия будут выжжены полностью американским воздействием. Трамп ли это будет или кто-то другой. Но это недопустимо. Я имел в виду зрелая демократия, но она ограничивается территориями Америки. А вот все, что за американскими территориями, там если сын, но свой сын и сжигает своих же граждан, ничего страшного. Главное, чтобы он действовал в интересах Америки. Дякую.